у нас большие тарелки, в которых не кинут. Сюда салат сложили. А вы салат положили? Гречка. По тарелочкам разложили. А по тарелочкам? А, мы туда махан не пойдем. Надо вот это. Куда махан? Нарм. Шусь не туда. Наш повар Тамара. Первый, второй. Сегодня у нас первое, второе. Махан Шултаган и Хурсын Махан. Наш повар старался Давай тогда на завтра на 3 часа планируем. Салат. Жамба. По-бурятски бухлёр. По-калмыцки махан. Да, кстати, меня выбил из тройки лидеров. Я говорю, на 10 почти. Вот у меня шляпа. Дай я пойду, я пару секунд, он не дает. Так это дышь шляпу красить? У меня шляпа уже полдовая. Ольга, ты вчера Всем приятного аппетита. Спасибо. Вот эту в обратную сторону. О, вот так, смотри, иду. Оп. Оп, вот так вот. Такое движение. Потом черт, либо черт прокрутом и на обратную восьмерку. Да, покажи. Абхазская шашка. В масле. Это? Новая, да? Новострая боевая. Кто сделал? Половину восьмерочки рисуешь. Мастер Петр Зинченко. Вывел. Прям выводишь. Зинченко, это не который вот в Ютубе там снимает, да? Наверное, да, воронежский, который в Воронеже. Голову рубит свиные, да? А? Свиные головы, тушки разрубает. Шашки. Ой, насчет я этого не знаю, кто разрубает. Я так не видел. Я просто у него заказал. Вот. Почем? Че? Почем? Сколько?
обухом даешь падать. 25, по-моему. Поднял. Ну там все, я измерял, сколько у меня так пальцев, сколько ложатся. Ладонь, ширина ладони. Можно заказать дерево или кость. Вот, тут две звездочки вот эти можно заказать. Может он тебе сделать их серебряные звездочки. Недавно забрал ты? Чё? Недавно забрал, да? Не, давно. Годы. Здесь неудобно мне было. Схватил быстро. Верни. Заказывай себе деревянные, а потом заказывай себе боевые, только не точи их. Надо по очереди подключать, потом сюда. О! А вот еще в конце крутанул, вообще было классно. Как самурай, да? Прикольно. Левша ты, правша? Я правша. Ну, поэтому мне вот левый. Получается, да? Левый. Не поднимай плечи. Угу. Начинай плечи. Они все свободны. А ты их задираешь. Да у меня как будто дыхание спирает. А ты дыши, когда дыши, дыши. Делать, дыши. Ну... А у тебя все клинки, клинки легкие, возьмешь боевые там просто. Иди, иди, иди. Иди, иди. Километров 10 пробежал. Пробежал. Начинаю думать, голову включаю, забываю дышать. Ну, не знаю. Да, это тот редкий случай, когда думать не надо. Там, знаешь, там некоторые говорят, типа шашку воткнул, ничок сюда положил, такая вся фигня. Ну, для облегчения, ну, так вот, как сказать. Руки как пропеллеры. Кому жарко подходить? Когда мушки, это шашка втыкалась. Да, да. А вот еще отсюда, да, вот я понял, да, проклюк идет. Смена руки? Можно делать как перед собой, так и за спиной. Пам, а за спиной также перехват, да? Сюда. Так. Только, смотри, если ты справа в левую перекладываешь, левая рука у тебя под правой. Пам-п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 ам. А ты-то? Ну, подбросами можешь меня. Показал ему это? Да, самое, назад. Сейчас зайду назад. Перекладывать. Ну, оп, ну, пам-пам. А, вот у меня сзади получился. Там. Все, соревнования закончились, все разъезжаются. Команда с Подмосковья едет до Волгограда, до аэропорта. Там дальше летит Волгоград-Москва. Остальные ребята на машине.